Привет, друзья! Сегодня 8 марта. С чем вас и поздравляю. Итак, сегодня итог розыгрыша. Волнительный момент. Будем определять победителя с помощью программы Randomizer. И давайте приступим. Значит, копируем ссылочку в видео, вставляем в программу, которая рандомным способом будет выбирать победителя. И будем выбирать победителя по нашему ключевому слову «участвую», потому что под видео есть еще просто комментарии, поддержки. То есть мы таких людей будем пропускать. Итак, будем определять с третьего места по первое. Итак, третье место. Поехали. Так, так как я и говорила, комментарии, поддержки. Пропускаем. Людмила Струкова, участвую. Я вас поздравляю, третье место. Так. Следующее, второе место. Поехали. Так, не могу прочитать, не буду коверкать, но второе место. Я все ники выпишу под видео, чтобы вы себя нашли и связались со мной. Так, итак, первое место. Катерина Иванова, участвую. Попробую удачу на Эквестрисе. Катерина, тебе повезло. Первое место твое, я тебя очень-очень поздравляю. Так, ну все. Не расстраивайтесь, кто не победил. Если в чем-то не повезет, повезет в чем-то, я считаю, в чем-то другом. Я всех поздравляю. Ой, сама что-то разволновалась, потому что хочется, чтобы растения попали в хорошие руки. Они, конечно же, попадут в очень-очень хорошие руки. Я в этом уверена, потому что всех нас объединяет одно увлечение. Так что да, всех с 8 марта, всех люблю, целую, обнимаю. Всем удачи, красоты, подарков, внимания, любви. Все, с вами была Ирина. Всем пока-пока. Take your heart and make it true.